Здорово, муравьи, здоровое дерево. Спасибо, Троценко. Еще один сделал сюжет, материал так. А вот его реакция на него. Очень необычно слышать такое, но в этом есть, видимо, истина. Вы меня убедили. Муравьи нужны, слава богу. Хоть одну. Муравьи полезны. Больше их не трону. Но как быть в случае, когда в теплице, где растут томаты, муравьями изрыта вся почва. Так. Я за томаты не отвечаю. Не ко мне. Я скажу о другом. О пользе муравьев мне вдолбили в украинской сельской школе примерно в 5 классе. Понимаете? Там приводили дикие цифры, сколько они жрут этих самых врагов деревьев. Это их часть работы. Это защитники. Вот. Я долбил и буду долбить все про это. Оставьте их, эту их невинную слабость к этим самым, к этим, тле. Знали бы, как они жрут тлю. И любимый хруст стоит. Вот. Просто знали, где он, и вот эти чуть не подлинненькие вот эти вот сюжеты, когда стоят трое возле муравейника и ядами посадят. А вот это, нет, давай вот это. Потом крупным планом показывают муравья, который умнее их 100 раз. Работяга, защитник, воин, вот, родитель. Вот, они сыпят. И главное, зачем, за что? Ведь рядом дикорос стоит. Огромное дерево, вот такое вот. Можете сами увидеть, загляните на их сайт, на телеканала «Бобёр». Причем тут яблоки, груши? Нет, они разносят. Это степень идиотизма последняя. Потому что уже чего бы к дикоросу, оно 70 лет росло, ему муравьи не то что не мешали, не спасали его. Ведь когда они жрут листья, тогда листья дают фотосинтез. Что потом дают? Правильно. Глюкозу. А вы про это-то знаете. Главное, что взяли, сыпят. Вот. Я поэтому просто был вынужден разместить вот эту. Потому что, она, видите как, необычно слышать. А кому поверят те, кто посмотрел этот сюжет? А вот это вот все тоже. Это так же, как у меня мои эти крикуны, критики. Они, знаете как, лезут со своего учебы, лезут. Ну, как только скажешь, покажи свой сад, и тут же раз их нету. И слава богу.